Потрясающий вход в подземное царство. Тут пес Гав, сталкер сплошился, за стволом сразу полез, а кругом все тихо. Он к собаке: ты чего, дружок? Тут главное не дрейфить. Еще не знаешь, куда тебя судьба завтра забросила. Может, будешь потом эти дни вспоминать, как самые счастливые. Все, музыкальная пауза. Кончай уже, Рига. Вот это как медом помазал. Если бы мы все вместе, ну хотя бы со свободовцами и вольными сталкерами объединились, мы бы отсюда к черту всех бандитов выдали. Да и военно бы не сладко пришлось. Быстро гонор бы растеряли. Внимание, анекдот. Как-то раз сидим мы с мужиками в засаде. К вечеру ветер поднялся, посвистывает, завывает, холодно, трясемся все, а пустой живот бурчит, что твоя теща. И тут ты меня за плечо осторожненько так трогает. Я оборачиваюсь, а там кровосос. Ну да я не растерялся, как зару, как прыгну на него и давай ему глаза замазывать. Спрашиваете, чем кровососу глаза замазать можно? Как увидите кровососа в двух шагах, узнаете чем. Само найдется. А поновее ничего нету. Чего заскучали, мужики? Это, что не говори, не за топором по лесу шарахаться. Это конкуренции меньше, цель есть. Вот только, может, не самое правильное. Как медом помазал. Ничего, ничего. Я еще по местам боевой славы туристов водить стану. И зарубки им на прикладе показывать буду. Я тут вспомнил. Старые и молодые долговцы идут по зале. Вдруг старый останавливается и шепотом говорит молодому: тихонько иди. А вот анекдот. А класс! А ничего нет? Что делать? Бывало, как завопит радостно. Я же говорил, брешут, что тут аномалия. Вот такое знает кто? Возвращается опытный сталкер к своему джипу. Тут раз, рядом контролер ошивается. Сталкер ему: пошел вон отсюда, пока цел. Контролер обиделся: ну, ты сдурел, что ли? Нужна мне твоя развалюха 100 лет.
А сталкер свое гнет. Я сказал, вали. Угнать, скажем, не угонишь. А вот нацарапать какую-то похабень с тебя станет. Класс! Так не смешно же. Идет новичок по зоне. Замечтался, а врага не заметил, и как покатился. Вот такое, знает кто? А внизу мясорубка. Остановили, ничего нет. Ну ты выдал. Тянет теперь куда-то. Сталкер ему и спрашивает. Зомби, это... Спасибо, что от мясорубки спас. А куда ты меня тащишь? А зомби ему. Контролер свежее мясо любит, фарш не любит. О еде разговаривать нельзя. Почему нашему начальству все не имется в последнее время? Аппаратуры вроде хватает, стволов тоже. Ну чего им еще? Внимание, анекдот. Посадил сталкер псевдорепку. Выросла псевдорепка большая-пребольшая. Взял сталкер гранатомет и пошел ее добывать. И все бы у него наверняка получилось, если бы псевдожучки и псевдомышки не набежали. Вот такое знает кто? Как-то столкнулись в подземельях агропрома кровосос и контролер. Кровосос. Ну ты меня и напугал, чудовище. Контролер, ты на себя посмотри. Тоже мне принц прекрасный. А вот анекдот. Появился, значит, в зоне черный сталкер. К лагерю ночью повалялся приходить, и там сует руку в палатку и говорит: «Водички, попей!» А если не дашь хлебнуть из фляжки или наружу полезешь, пришибет. А раз мужик один решил пошутить, вылез тихо из палатки, надел кожаную перчатку и полез к соседям в палатку. Полез, значит, и попрошайничает жалостно: «Водички, водички попить!» А тут из палатки навстречу ему высовывается рука, из-за горла его цап! И такой сиплый голосок отзывается тихонько: «А тебе моя водичка зачем нужна?» Класс! А поновее ничего нету? Попал как-то раз сталкер на экскурсию в ад. Ему черт показывает. Эти-то все, а? Присосались к зоне, как пиявки. Лишь бы деньги. А какой ценой все равно? А кому-то еще и власть подавай. Он как долго ну, с этим поехали! Сочным. Ну что, чувак? Тепло у вас тут сухо. Да и развлечений побольше, чем у нас на болотах. Так что я, пожалуй, тут пока молодец! Я тут вспомнил. Эх, и здорово, что у тебя выходит, старые а? Старые и молодые долговцы идут по зоне. Вдруг старая останавливается, и шепот говорит молодой. И тонкий, и тонкий. Молодец! Все, завязывай. Лишь бы деньги, а какой ценой все равно. А кому-то еще и
анекдот. Ушел на покой старый сталкер. Сидит себе у камина с ручной собачкой и читает. Греческой и римской мифологии Цербер. Чудовищный пилот. Вот послушайте, мужики. Охраняющий вход в подземное царство. Тут пес гав. Сталкер всполошился, за стволом сразу полез. А кругом все тихо. Он к собаке: ты чего, дружок? А тот: гав-гав, говно ваша мифология. Все одно и то же. Только вернулись и снова куда-то ходят. Эх, и здорово, что у тебя выходит, а? Вот такое вам как. Внимание! Анекдот! Возвращается опытный сталкер к своему джипу. Тут раз! Рядом контролер ошивается. Сталкер ему: пошел вон отсюда, пока цел. Контролер обиделся: ну, ты сдурел, что ли? Нужна мне твоя развалюха 100 лет. А сталкер свое гнет. Я сказал: вали. Угнать, скажем, не угонишь, а вот нацарапать какую-то похабень с тебя станет. А вот анекдот. Идет, значит, молодой сталкер по зоне. Тут бац, рощица. Или маленькая, а на карте ее нету. Ну, зеленый туда-сюда, как быть. И соваться стрёмно, и как лучше обходить, неизвестно. Тут глянь, мужик какой-то неподалеку маячит. И ни на долговца, ни на наемника не похож. Обрадовался, значит, молодой к нему. Так, мол, и так, а не подскажете, как бы мне рощу вот эту вот обойти? Тот и говорит: мне тоже в ту сторону, пошли вместе. Идут себе, хорошо, спокойно идут. Молодому скучно стало, он и начинает подлизываться. Вот, значит, здорово, как быть тертым сталкером. Не шугаться от каждого шороха, оружия не таскать много. У мужика того и правда ствола видно не было. Ну, тот, стало быть, начинает ржать. Да кого тут вообще бояться? Как кого, удивляется молодой? Ну, это монстров. Контролеры одни чего стоят. Мужик так помолчал и говорит обиженно: дурак ты. Если б сказал зомби или кровосос, но нас-то, контролеров, за что монстрами обзывать? Да ты даешь. Блин, так не смешно же. Внимание! Анекдот! Как-то столкнулись в подземельях агропрома кровосос и контролер. Кровосос: ну ты меня и напугал, чудовище! Контролер: ты на себя посмотри, тоже мне принц прекрасный. А поновее ничего нет?
А вот такое вам как? Что у тебя выходит, а? Анекдот. Послушайте, мужики! Все, завязывай. Вот это как медом помазал. Сегодня садимся, господа, горочку. А завтра уже берется материал. Я тут вспомнил вот. Посадил сталкер псевдорепку. Выросла псевдорепка большая-пребольшая. Взял сталкер гранатомет и пошел ее добывать. И все бы у него наверняка получилось, если бы псевдожучки и псевдомышки не набежали. Да ты даешь! А поновее ничего нет? Внимание, анекдот. Попал как-то раз сталкер на экскурсию в ад. Ему черт показывает муки, которые грешники терпят. Кипящая смола, плетки, раскаленные угли, огонь кругом, вопли, серой воняет. Сталкер посмотрел на все это и говорит чертям: ну что, чуваки, тепло у вас тут, сухо, да и развлечений побольше, чем у нас на болотах. Так что я, пожалуй, тут пока останусь.
Одно и то же. Только вернулись и снова вот куда-то. Вот такое знает кто? А, класс! Спасибо, что мясорубки спас. А куда ты меня тащишь? А зомби ему. Контролер свежее мясо любит. Фарш не любит. О еде разговаривать нельзя. Хорошо. Жизнь, она штука странная. Мы, как ни крути, единственный, кто же не добра жила. И понять ее хочет не ради своей. Все, музыкальная пауза. Свобода, ученые, правительство. Это все фигня. Но ведь какой закон подлости? На болото не их загнали, а нас. Вот это как медом помазал. Вот такое, знает кто? Попал как-то раз сталкер на экскурсию в ад. Ему черт показывает муки, которые режут тебя. Сразу смола, лед, раскаленный ум, огонь, бомб, серый маляр. Сталкер посмотрел на все это и было ничего. Ну что, черт? У вас тут сухо, да и развлечений побольше, чем у нас на болоте. Так что я, пожалуй, иду пока. А вот такое вам как?
Все, завязывай. Кончай уже, Виктор. Бастер. Если что, я за себя постоять смогу. Все, музыкальная пауза. Внимание, анекдот. Посадил сталкер псевдоремку. Выросла псевдоремка большая, большая. Взял сталкер гранатомет и пошел ее добывать. И все бы у него наверняка получилось, если бы псевдожучки и псевдовышки не набежали. Еще не знаешь, куда тебя спасать. Все, завязывай. Кончай уже, Рита. Ушел на покой старый сталкер. Сидит себе у камина свой.